ж, наші дорогі телеглядачі, як ми і обіцяли, сьогодні поговоримо про безпеку. Говорили тільки що у попередньому сюжеті про те, що як захистити свою домівку за допомогою сигналізації, за допомогою камер спостереження. Але хто може захистити краще нас, ніж наші друзі? Наші друзі менші – це собаки. Саме тому до нас завітали сьогодні гості Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації «Трон», та Лариса Бояринцева, власниця ось таких гарненьких медведиків, як ми їх прозвали тільки що перед ефіром. І хотілося б привітати вас, дівчата, і запитати, як же звуть цих просто чудових песиків. Значить, у нас з нами зараз знаходиться Кобель Акбар, це представитель нашого племзавода, і Айна. Вона у нас представительниця ще Одеського племзавода АКСГР. Вот Акбар у нас является потомком очень известного кобеля Акуша, который даже снимался в кино. То есть корни есть, да. Даже звездные. Да. То есть это привычно у нас тут. Хотелось бы узнать о породе, что одной, что второй собаки. У них такие интересные ушки вот. Это одна порода, а ушки специально, вообще это пастушьи собаки, охранники старые такие, и уши им специально отрезают для того, чтобы они хорошо слышали. Вот. И вы заметите, что у них тоже нет кончика хвостика. Угу. А хвостиком они обычно закрывают нос. И вот раньше пастухи, они вообще щеночкам отрывали даже руками уши и хвосты, и кончик хвоста, для того, чтобы не закрывать нос и не закрывать уши, слышать, постоянно носик быть... для того, чтобы они... нос должен быть, как говорится, по ветру. Угу. Но еще уши не только потому, чтобы они слышали, но и чтобы во время схватки с волком, потому что они охраняют стада овец, потому что это очень болевая точка. Угу. Вот. Ну что ж, хотелось бы узнать, как собачек содержать? Вот, дворовые собаки, да. И я думаю, что как обычных домашних песиков, которых закрыл дома в квартире и оберегаешь от всех препятствий, которые там могут быть, какие-то микробы, какие-то заболевания, возможно, какой-то корм плохой, таких собак от этого не убережешь, в квартире не закроешь. Ну, мы вообще... Когда собирались приходить к вам на передачу, уже начинается зима, угу. Вот, и как бы думали, какие можно дать советы в зимний период содержания собак на улице. Вот, мы хотим поднять вопрос о тепловом режиме. Да, тепловом режиме, о питании. Вот. Вот у них такие довольно-таки теплые шубки. Насколько им все-таки нужна насколько защита? Насколько им комфортно, да, в зимних условиях? Ну, я хотела по поводу шубки добавить. Если у собаки плохое питание, то и шубка у собачки будет тоже плохая. Угу. Поэтому в зимнее время надо уделить особое внимание питанию. Да, чтобы она была богата углеводами и белками. Вот Лариса нам, наверное, сейчас подскажет. Начнем пока с питания. Что у нас? Вот пластмассовая миска. Это... Ага, да. Вот я специально взяла такой наглядный пример, и специально я взяла, чтобы даже не забыть. И я хочу сказать даже и о себе, что все-таки на зиму надо менять металлические миски на пластмассовые, ввиду того, что собака может поранить себе язык, он пристанет к железу и будет травма. Это очень важно, мне кажется. Да. Не все хозяева знают. Потом вот такие вот подкормки. Значит, зимой обязательно. Так как нам в наш кошек, который нам придумали, да, у нас там не вложено совсем питание собак, очень жаль. Мы решили сегодня создать свою корзину потребительскую для дворовых собачек. Именно для дворовых собачек и то, что мы сами можем себе позволить. Рыбий жир. Собаки как обязательно его добавлять в питание? В принципе, как добавлять, там есть инструкция. Потому что каждой собаке по весу там по-разному. Угу. Вот такая вот очень хорошая. То есть, следуя инструкции, можно давать собачке рыбий жир. Да. Рыбий жир, чайная ложка в день будет достаточно.
жира для... Ну, только хочу добавить, что нельзя добавлять, если у вас молочные продукты, рыбий жир. Mm-hmm. Только в мясо. Смешивать нельзя. Да. Mm-hmm. Так. Вот такие витаминки, что они делают? Значит, вообще витаминки желательно давать не только собакам с документами и с титулами, mm-hmm. понимаете? Мы говорим... О всех собаках. Даже дворнягам. В витаминах нуждаются все, вне зависимости от лица и то породы. Есть все наши четвероногие друзья, которые живут на улице, во дворе в частности, нуждаются в витаминах, и им полезно. Да. Вот, и рыбий жир, и витамин. Да, вот очень хорошая вот здесь вот. Мы еще не закончили. Это витамины вообще для суставов, хондроитины. Особенно вот они полезны, когда обостряется ревматизм. Это собаки, которые подвержены сырости. Вот. Здесь на поднятие сыру. Иммунитета. Вот, вот здесь у нас рыбная мука. Вот. Ну, смотрите, рыбная, костная мука. Костная мука. Препарат биотам. Да. Вот. Этим препаратом витаминно-минеральный концентрат для хозяйственных животных. Значит, к этим животным не только могут и собаки относиться, во всяком случае... И кошки тоже. Дворовых котиков тоже можно. И дворовых котиков, и даже всяких остальных, у кого есть животные, мы же не только за город говорим, правильно? Ну, конечно. То есть здоровая собака, ее здоровый образ жизни зависит от здорового питания. Да. Когда мы обеспечили здоровое питание собаки, на что тоже нужно обратить внимание? Я к здоровому питанию хочу добавить еще воду. Вот. Надо следить, чтобы вода была всегда желательно, свежая и не замерзшая. Угу. Иногда собаки, они нахватки жидкости воды, они могут употреблять снег, который иногда у нас бывает. Вот. Но здесь надо немножко тоже... Она должна быть комнатной температуры или теплой? Комнатная. Желательно комнатная, то есть обыкновенная, чтобы не было холодная до минуса, то есть... Ну, как я понимаю, сейчас условия, в принципе, ничем не отличаются от человеческих. Как и обычному человеку нужны витамины, вне зависимости от титулов и статуса. Да. Правильное питание, так же самое вода. Зимой холодную воду никто, обычный нормальный человек, пить не будет просто так на улице. Так же самое нужно позаботиться о братьях наших меньших, да. Потому что сами они себе подогреть воду не смогут. Естественно. Ну, если, допустим, обращать внимание на вот более таких собак, как азиаты и кавказы, они менее требовательные, но так как они у нас уже искусственно живут, естественно, у них иммунитет тоже немножко слабее, чем те, которые живут в аулах. Там собаки живут на выживаемость. Поэтому, так как мы их любим и хотим разводить именно хороших породных, красивых животных, поэтому... И имеем возможность позаботиться о них. Да, если есть такая возможность, не надо игнорировать все-таки, что это любимые. Каким должен быть вольер зимний для дворовых собак? Лариса, это у нас человек по вольеру. Значит, минимально 2/3, но надо не забывать, что вольер, это собака там должна сидеть 2-3 часа, не больше. Временная, да. Только вы закрыли ее, пришли, чужие люди, вы там ее закрыли, люди ушли, вы открыли, собака бегает. Также вольер должен быть накрыт крышей обязательно, от солнца, от холода, от непогоды. А вот стенки какие-то должны быть? Это должно быть закрытое помещение или есть возможность? Прообразное. У нас сейчас есть даже фото на экране. Да, я вот как раз смотрю на эту картиночку и хочу сказать, очень важно иметь крышу, которая поднимается и можно будка, почистить. Именно будка. Вольер, да. Да, я посмотрела на будку и мы говорим, извините немножечко, да. Значит, в вольере должна стоять будка. Угу. Будка должна быть особо небольшая. Собака там только должна зайти, скрутиться калачиком и обогреть это помещение. Я лично сама сделала много ошибок, когда строила большие будки. Ко мне люди заходят, не должен. Люди заходят и говорят, ой, какие у вас большие будки. Я тут же сразу осекаю и говорю, будка должна быть небольшая, собака должна ее сама отопить. И вот у нас сейчас картиночка, и на картиночке нарисован вход сбоку. Да. Угу, что грамотно. Это нам неприемлемо для глаза, но это очень грамотно, потому что у собаки есть уголочек. Куда не задувает ветер. Куда не задувает ветер, да, и она там может спрятаться, свернуть за калачиком. Вот эта крыша есть. Обязательно, крыша обязательно должна подниматься. Крыша нам нужна для того, чтобы мы ее подняли, убрали, залезли в будочку, убрали там и сделали порядок.
За подстилку, немаловажно. Да, подстилочка. Значит, подстилки мы берем солому, сено, опилочки, сыпем там. Тряпочки нерентабельно. Почему тряпочки нерентабельно? Собаки их оттуда выносят. Вот. Собака мокрая, намочила тряпочку. Тряпочка и лежит там на лежит. Влажной тряпочке. В тряпочке заводятся всякие насекомые, которые нам совсем не нужны. Вот у нас даже здесь даже тряпочка, но я смотрю, сверху представлены какие-то опилки или что-то. Да, она там опилочкой. Это для щенка такой садик небольшой, сделан как песочница с барьерчиками для того, чтобы... Это еще его называют зимний вольер. То есть есть вот летний вольер, а есть зимний вольер. Но обычно это таким собакам, как ротвейлера, которые имеют подшерсток, но короткошерстные собаки, которые могут жить на улице. Вот. И туда вот в эти вольеры зимние обычно ставят еще какие-то дополнительные обогреватели. И там или УФО, или, в общем, батареи проводят, кто как приспосабливается. Надо не забыть сказать о собаках гладкошерстных. Значит, их в сильные морозы, им надо одевать шубки, им надо одевать курточки, да. То есть надо для них придумывать моду, так сказать. Искусственная шубка, одежда есть действительно не просто роскошь или каким-то средством, чтобы показать, что собачка одетая на моде. Да. Именно, да, вот те собаки, вот многие, в принципе, у них вырабатывается подшерсток. Есть, допустим, стаффов, держат на улице. Конечно, это издевательство над породой, но есть такие. Вот есть ли собаки, которых вообще нельзя держать на улице? Но это у тех, у которых нету подшерстка. Это стаффы, доберманы, питы, то есть это вот те собаки вот для охраны, которых нельзя. Вот, допустим, ротвейлер, он может. У него жировая прослойка, почему надо кормить немного, но лучше. Почему нужны витамины? Чтобы у них была жировая прослойка. В любой породе должна зимой быть жировая прослойка. Если летом она вредна, то зимой она очень полезна. А меня вот как хозяйку более скромной по размерам породы, у меня длинношерстная такса, интересует, насколько ей можно долго находиться на улице? Можно. Главное, потому что чтобы... вот на лапки, на шерсть очень налипает снег, если это в холодном. Обычно такие собачки показывают хозяину, что у меня там колтунок. Вот, это надо вытаскивать оттуда. Это уже зависит от вас, насколько собака закалённа. Если собака будет двигаться во дворе, ни одна собака не замерзнет. Даже короткошерстная. Вот. Единственное, что долгое пребывание на льду и на снегу у многих собак идет отморожение. Вот у тех, которые шерсть между пальчиками, это защищает. А те, которые, там все голое, отмораживаются ноги. И опять-таки замерзли ноги, замерзли почки. То есть это все тянется, то есть за этим надо следить. Все должно быть в меру и нужно следить. Мы можем обеспечить здоровое питание, мы можем обеспечить хорошую будку, но вот как обеспечить наших собачек, наших питомцев от заболеваний зимних, которых они подвержены просто катастрофически зимой? Это перепад температуры в первую очередь. Это вот если вы взяли свою собачку, таксочку домой, а потом резко ее выбросили на мороз. То есть ее надо, чтобы у нее прошла акклиматизация. Вот, в том плане, что нельзя резко с тепла на холод. Надо, чтобы немножко температура медленно понижалась. Тогда эта собака будет не вредна. И обратная так же самое понимаю. Обратно она может пойти в тепло, ничего ей не будет. Вот. То есть главное на холод, резко пускать. У нас остается буквально одна минуточка, и хотелось бы от вас услышать еще пару советов, которые вы хотите телезрителям посоветовать по уходу за такими дворами собаки в зимний период. Не забывайте общаться. Потому что мы сидим в своих теплых квартирах, домах, а собаки скучают на улице. Чаще выходите, чаще общайтесь, потому что они вам платят, верой и охраной, то есть они будут вам преданы. А я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до студії Нового дня завітала Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації «Трон» та власниця ось таких чудових собачок Бояринцева Лариса. Дякуємо вам за те, що розповіли, як можна дивитися правильно за такими великими дворовими собаками.